Спасибо, братишка. Карик на старте найти. Со мной вообще народ-то здесь был, что-то я упустил этот момент. Слишком тихо как-то было. Кстати, бро, извиняюсь, Тости. Сколько смотрю тебя и все время забываю подписаться. Ща исправлю. Чекай. Чекай, большущий, спасибо большое, спасибо. Это круто, это круто. Спасибо за подписочку тогда еще. Спасибо, бро. Адекватных пушек-то нету, у всех тапалки да мутанты какие-то. Не завезли норм пухи. Да уж. Да в смысле? Какая-то жесть происходит. Большущий, спасибо огромное. Чекай, говорит. Спасибо, бро, за подписочку. Спасибо тебе огромное. Прикольный лут, прикольный. Не, ну хотя бы в этот раз есть хотя бы хил. Хотя бы есть хил. Это уже что-то. Гукатку на мутанте и на коряке. Ну, такое, конечно. Удовольствие. Ой. Посмотри на меня, делай, как я. Думай обо мне, делай, как я. Но чувствую, мы так и пойдем сейчас с мутантом и с коряком, потому что банально ничего другого нету. Просто пустые контейнеры везде. Спасибо, большущий. Спасибо тебе огромное. Да уж. Лучше вектор плюс коричелла. Да блин, вектор тоже найти надо. Ну, типа нет вообще пушек. Мутантом я сам хреново отыграю. Я типа не шару же быстро тапать с него.
Поэтому успех маловероятен. Погнали в Ибицу, что-то капец. Я думал, сюда больше народу упадет, вообще никого не было опять. Хрен пойми, как народ играет теперь. А можно дома чекнуть на самом деле. И в домах что-то найдем сейчас. Из пухи. Юмп? Не, юмп. В смысле юмп? Юмп это все, эту пушку испортили окончательно. И невозможно бегать. Лучше с мутантом останусь, чем с юмпом. Лучше уж мутант. Мьютант. Мьютант. Уля-ля. Уля-ля. Пасаный год. 3000 лукасов, а? 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 Большущий, спасибо. Да жопят что-то, лайки жопят. Не хотят прожимать. Не знаю, что ждут. Что-то ждут, что-то ждут. Лайки не жмут. Спасибо, большущий. Тоже нет. Ни хрена просто ни одной пушки в доме. 50 миллиардов дробовиков опять просто разных оттенков. Причем Жоржики я тоже в Ибице выстрелов вообще не слышал. Или были? Тут вообще народ есть? Может, я зря сюда бегу вообще? Ух-у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 х. Как я же устал лутаться уже. Ну да, там лутано к 100. Значит, кто-то все-таки тут есть. И этот кто-то не нормальная аэрка. Вот как его сейчас выбивать с мутанта? Никак. Колесам нахрен. Почему его не разворачивает? Если бы мне так по колесам настреляли, меня бы уже вот так поле бы крутануло. Спасибо, Walking Dead. Спасибо. Ничего такая, да, ничего. С оглы. Мыши долбаные. Пшу нахрен. С Жоржика не лутали вдвоем, блин. Не пострелялись даже друг с другом. А этот-то гаврик в домах сидит или убежал? Как думаете, чатик? Вообще сидел бы он в домах, он бы пикал, наверное, уже. Ему что-то как-то по барабану, наверное, убежал. Лутай убитого? В смысле? Я туда 500 лет буду добираться до этого убитого. Нахрен мне сдался. Это очень долго. Это очень долго.
Че, он баги возьму там на контейнерах и поедем в зону. Если он видел твой выстрел, то он сейчас в толчке штаны стирает. Не знаю, что он делает. Может быть и... Да, стирка. Банный день тупо у чувака. Почему давно на Твиче не стримил? Я там особо и не стримил, я там... Пробовал колду чисто стримить и все. Я там никогда полноценный не стримил. Да и смысла нет. Вся аудитория на ютубе моя. Смысл на Твиче. Куча платных подписок здесь уже, все здесь. Я не знаю, я вроде пытаюсь падать в какое-то более мясо, но катки какие-то супер унылые получаются, я хз, что такое. Вот когда карик стреляется, как к ним. Отжимать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Разворот, поворот. Так, кто его убил? Расследование, начинаем расследование. Короны, кепки, да, всякие. Привет, импульс. Поди, не лутан еще? Ну это очень вряд ли, конечно, что он не лутан будет. Хотя где семерки-то эти? Ага. Ага. Так, что у тебя тут имеется? Бамс-бамс. Боже, не так жестко. Стал бы еще адекватный конь. Намутить. Просто в траве нашел АВМ, как бы. Просто в траве, Карл. Так, шо куда дальше? Куда дальше двигаемся? Жопу на М-ку, кстати, да.
Все, жопа на М-ку готова. Отчетчик никаких тут нету. Вроде что-то было где-то. Ладно, пофиг. Погнали отсюда, погнали. То сейчас я тут... Тут место просто такое, знаете. Проклятое какое-то. Сейчас я тут дотусуюсь, блин, и сдохну. Ага, красная зона. Ну здорово, паскуда. Давно не виделись. Вы как хотите, а я лучше пересижу, короче. Я лучше пересижу в домике эту зону, ну её нафиг. Бахну какао немножко. Зассал, да, зассал. Тусти! Тупо зассал, не хочу рисковать. Да, точно, это место проклятое. Его папич проклял, когда по толчкам валялся. Спасибо, большущий, спасибо. Кругом вызывают, блин, себе дропы. Один я тут, блин, в траве пытаюсь дропы эти найти. Бомжую. МК-14 плюс коряк имеет место быть или треш. П.СМБ Макичи или Ярика. Давай-то обе с базуки. Александр. Большое. Да сейчас пойдем с кем-нибудь. Пойдем. Сейчас, секундочку. Просто максимально вспомнить, как играть. Это все в соло делается. Так что я вот пытаюсь потихонечку вспомнить. Еще ВМ. Сейчас напишу, мы катаем. Может, мы катаем, пойдем. А насчет МК плюс карик, ну это такое. Можно, но МКшка, она супер нестабильная. Чтобы как АР-ку ее использовать. Чисто так поугарать. Если только. По угару.
Что ты там расстрелялся, а? Да, он делся. Если что, я слышал типа здесь. Ё-моё, зона в жопе. Не, ну это какой-то прикол, я не знаю. Я слышал реально здесь типа. А он куда-то пропал. В общем, 100% был уверен, что там чел. Вот прям шаги, ну... Не просто что-то похожее, а вот прям шаги 100%. Может быть, это он был, ну хз, вряд ли. Что, он вниз пошел, типа, что ли? Жестко. Ой, зона пошла, ни хрена себе я завтыкал с зоной. Да кто-то сейчас сдохнет, по-моему. Что-то я зону жестко провтыкал, чатик. Пока искал этого типа, который у меня в ухе ковырялся. Ну я просто закрою сейчас на входе в зону и все. Я провтыкал, типа, тайминги. Чел впереди. Как же он жестко стреляет? Какой же я кривой лох. Снайперки и упреждения в этой игре сейчас явно не мой конек.
аптек мало оказывается. Пуру-пу-пу-пум-пум. Пум-пуру-пуру-пум. Тут справа, походу, вообще никого, что ли. Четыре живых. А. Блин, понять бы, где он. Видел. Бой. И это топчик очередной. Мне интересно, где был чел вот этот. Мне реально показалось или нет? Ребят, прожимайте лайкосики за топчик. Фу. Так, сейчас я посмотрю реплей, сейчас гляну с вами. Мне показалось или все-таки там был где-то чувандр какой-то в спине у меня. Сейчас заценим. По бырику. Господа, ну это лайк, да, согласен. Так, где-то у нас было-то? Это не тут. Здесь, нет, так, подождите. Тут я уже убежал. Или нет? Нет, тут я тусовался просто. А, ну да, походу, вот сейчас я услышу шорох. Вон челы бегают там в спине у меня. Нет, это было дальше. Там зона уже почти подходила. Да, вот я сейчас услышу чела. Вот, слышите? Сзади. Да, вот он. Как они с ним разминулись? Он просто пошел крутить в ту сторону, что ли, капец, вдоль зоны. Да, не показалось, был чел. Ну, он просто через починки побежал, короче. Да. А этот вот потом на меня вышел. Товарищ. Ясно. Значит, не показалось.